Предприятию перечислена сумма в размере 4 миллионов рублей на приобретение химреагентов. Это связано с, во-первых, уже с теми затратами, которые понесло предприятие, начиная с лета месяца, когда, в общем, уже работы в русле реки проводились. Ну и плюс сейчас, когда уже после проведения работ, также предприятие будет нести дополнительные затраты на очистку воды. В пятницу 2 февраля приступили к выполнению работ. На все работы согласованное время было 72 часа. Предприятие два раза в течение суток выезжало для мониторинга, отбирались пробы выше места проведения работ и ниже места проведения работ. На понедельник, 5 февраля, работы в реке Лимина завершены, временное сооружение демонтировано. В течение выходных дней пиковые у нас были увеличение по мутности по реке в районе водозабора более чем в 20 раз. Предприятие всем справилось, то есть те химреагенты, которые мы дополнительно приобрели, конечно, нам дополнительную роль сыграли.